Сбор ореха у нас идет в полном разгаре. Качество ореха отличное. Люди собираются в бригады, сами местные жители из других районов приезжают, вот так вот другу помогают, а потом уже после сдачи ореха, и потом они, зарабатывая средства, потом там делятся своими заработками. Вот такой у нас процесс идет. А у как... нас, кстати, у нас нету людей, как говорится, гастарбайтеров, к нам не приезжают, у нас все делают местные люди из соседнего района. Вот в таком формате у нас идет сбор. Гастарбайтеры, ну, нам, правда, к нам не приезжают, они у нас никак не задействованы в районе, ни в каком формате, ни в коммунальной службе, ни в сельскохозяйственном. Что вы могли бы сказать по поводу... Ну, вот вы сказали, что качество отличное. Что позволяет, скажем так, так оценивать? Ну, нам в этом году Министерство сельского хозяйства передало безвозмездно, оказало помощь. Оно, в принципе, каждый год это делает. Это пестициды количество 4 тонн. Это против борьбы американской белой бабочки, коричневого мраморного клопа. Вот эти работы я делаю распоряжение под наблюдением специалиста управления сельского хозяйства, вызываем глав администрации, даем под роспись, они собирают при специалисте людей в своих селах ответственных, и вот там каждому выдают по определенному соответствующему с насаждениями. Вот такую работу проводят.